Программа «Потенциал». Потенциал. Добрый вечер, дорогие друзья. И сегодня в нашей программе «Потенциал» будет речь идти об итогах деятельности государственных органов Министерства юстиции и по реализации концепции повышения правовой культуры в 2016 году. Дело в том, что у нас в студии присутствует Асан Алиев Уламбек Кантур Сунач. Он является главным специалистом управления правовой пропагандой и по работе с Государственным центром судебной экспертизы и Центральной залоговой регистрационной конторой. Добро пожаловать к нам в эфир. Добрый день, Аида. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я очень рад вновь встретиться на волнах радио «Манас», и с удовольствием в сегодняшней передаче расскажу о проделанной работе государственных органов по реализации концепции повышения правовой культуры населения. Согласно плану, прежде всего, что вы можете отметить? Ну, хотел бы сказать, прежде чем отчитаться перед радиослушателями о проделанной работе государственных органов и Министерства юстиции по данной концепции, хотел бы сказать, что созвучно с этой концепцией президентом был подписан указ об объявлении 2017 года года нравственности, воспитания и культуры. Ну, данный указ был подписан в целях реализации задач стратегического развития республики, концентрации усилий государства и общества непосредственно на человеке, его духовности, нравственности и уровне культуры. И данным указом было рекомендовано разработать план мероприятий правительства по проведению года данного года, в 2007 году, где также одним из основных компонентов было предписано указать популяризацию позитивных примеров поведенческой и правовой культуры, взаимоуважения, взаимопомощи и гражданской солидарности. И в связи с чем государственными органами, также Министерством юстиции, были отправлены в аппарат правительства предложения по проведению данного года. В нем, в данных предложениях, мы прежде всего акцентировали внимание на проведение мероприятий по повышению правовой культуры населения. Ну, а что касается основной проделанной работы, учитывая, что Министерство юстиции является координирующим органом по реализации данной концепции, основная, конечно, работа, я бы сказал, процентов, наверное, 70, наверное, может, 80 была проведена Министерством юстиции. Ну, хотел бы вначале, конечно, рассказать о нашей работе, о которой я ранее не озвучивал. Конечно же, это та работа по методической помощи государственным органам. Нами была закончена работа по разработке методического пособия по правовой пропаганде среди населения. Мы изготовили брошюру, и на координационной встрече, которая состоялась недавно, вот 18 января, с государственным органом, мы ее раздали всем государственным органам. Тем государственным органам, которые не получили брошюры, они получат уже по почте. Еще бы я хотел акцентировать внимание наших радиослушателей, что нами также были разработаны методические рекомендации о порядке планирования и организации работы по повышению коэффициента индекса доверия населения к деятельности государственных и муниципальных органов. К нему мы также приложили во исполнение пункта 2.6 вот, по озвученного вами плана. Это типовой план мероприятий по повышению коэффициента индекса доверия населения к деятельности государственных и муниципальных органов. Он также был изготовлен нами в виде брошюры и распространен среди государственных органов. Кроме того, очень важный нормативный правовой акт был разработан Министерством юстиции и подписан постановлением правительства 12 декабря. Данным постановлением были внесены изменения в положение министерств, государственных комитетов и административных ведомств в части возложения на них функций по проведению мероприятий по правовой пропаганде в сфере курируемой отрасли. Ну,
простым, наверное, человеческим, наверное, языком хотел бы сказать, что на государственные органы отдельные были возложены также функция по проведению правовой пропаганды среди населения. Ну, допустим, если мы возьмем Министерство здравоохранения, да, то в соответствии с положениями Министерства здравоохранения они обязаны проводить работу по разъяснению в сфере здравоохранения среди населения, мероприятия по правовой пропаганде и предоставлять Министерству юстиции на ежеквартальной основе информацию о проведенной работе. В свою очередь Министерство юстиции по полугодиям будет уже как координирующий орган обобщать информацию государственных органов и направлять данную обобщенную информацию в аппарат правительства. Еще хотел бы я акцентировать внимание радиослушателей о том, что Министерство юстиции были в октябре 2016 года были проведены совместно с Институтом по освещению войны и мира IWPR. Большое им спасибо за финансовую помощь и организацию данных тренингов. Это практический тренинг-семинар был проведен под названием «Эффективные лекции по правовой культуре для молодежи». Он был проведен для 20 сотрудников структурных, подведомственных и территориальных подразделений Министерства юстиции. Ну, в ходе этого тренинга сотрудники системы Министерства юстиции смогли улучшить свои ораторские и презентационные навыки. И при поддержке опытных тренеров по эффективной коммуникации прошли определенную подготовку для дальнейшего проведения лекций для учащихся образовательных школ и студентов вузов. После данного тренинга были проведены ряд лекций в школах города Бишкека. Ну, работа по проведению лекций на правовую тематику только начата. Нами на первоначальном этапе были охвачены 8 городских среднеобразовательных школ города Бишкека. Работа в данном направлении будет продолжена. И, ну, это та работа, это которая проведена центральным аппаратом. А вот в территориях данная работа по другим школам проведена управлением юстиции вот в областях. Ну, наверное, вот. И хотел бы еще, конечно, рассказать еще об одной работе, которая проводится Министерством юстиции. Это также при финансовом содействии ПРООН, в частности проекта «Улучшение доступа к правосудию для расширения правовых возможностей Кыргызской Республики». Данной международной организации были определены 8 тем постановочной телевизионной передачи «Судебные слушания». Вот аналогично, которая выпускается в Российской Федерации и в Республике Беларусь. Вы, наверное, знаете, там «Час суда» и другие передачи. К настоящему времени при совместном сотрудничестве с ОТРК уже осуществлены съемки телепередачи по темам выдачи кредитов, раздела имущества, мошенничества по документам квартир. И после того, как будут изготовлены данные 8 телепередачи, они будут запущены на ОТРК в этом году. И призываю наших радиослушателей также посмотреть эти передачи по нашему национальному каналу. Ну, наверное, и по автобусу «Солидарность» я в прошлой передаче рассказывал. Хотел бы немножко акцентировать внимание, что в Чуйской и Ошских областях уже проведены были уже выезды в 350 населенных пунктов, в ходе которых уже проконсультировано около 4000 граждан. И хотел бы сказать, что данный проект, согласно выше, ну, то, что вы упомянули, план мероприятий правительства, он будет продолжен уже в 2017 году. Ну, и еще я хотел бы сказать, что
Министерством юстиции закончен социальный видеоролик с антикоррупционным уклоном, который также сейчас готовится для проката на телевидении и размещения в сети интернет. И, кроме того, во исполнение плана мероприятий Министерством юстиции был проведен конкурс среди журналистов, связанных с повышением правовой культуры. И в декабре 2016 года были торжественно с участием министра юстиции были вручены премии победителям. У меня возник вопрос по поводу съемки судебных слушаний, которые вы готовите, телепроект. Дело в том, что к нам приходил сотрудник, режиссер, который снимал для International Development Law Organization, IDLO, который здесь находится в Кыргызстане. Они снимали программу «Ачикайкен» и тоже делали, демонстрационные съемки, суда, как проходит судебное слушание по гражданским делам. Не получается ли у вас, что вы повторяете подобный проект? Или вы работаете вместе? Нет, данный проект осуществляется при содействии других организаций, но я бы хотел сказать, что когда нами разрабатывался план мероприятий данного правительства, и мы об этом проекте не слышали, но я бы сказал, если мы будем выпускать данные, если мы выпустим данные передачу, осуществим прокат на телевидении, то это не помешает, как говорится, функционированию и нашей передачи, и передачи, о которой вы упомянули. Думаем, здесь будет какая-то состязательность, здоровая конкуренция. И хотел бы сказать, что у нас есть, например, база законодательства ТОКТОМ, Эдвайзер, ЦБД, они мирно сосуществуют и конкурируют между собой как в здоровой конкуренции. Кроме того, есть сотовые операторы, несколько сотовых операторов тоже осуществляют ту же функцию. И, как говорится, время покажет, и чья телепередача будет более лучше, и, как говорится, кто вытерпит конкуренции, останется та передача, либо они будут мирно сосуществовать в здоровой конкуренции. Это, как говорится, маслом кашу не испортишь, да? Подскажите, пожалуйста, вы возлагаете на все государственные органы проводить работу в течение каждого квартала, работу по правовой пропаганде. Закрепляется ли один человек ответственный за эту правовую пропаганду, или это возлагается именно на юридический отдел этих ведомств? Как это вообще процесс? На кого, кто ответственен именно? Я бы немножко рассказал это определенный порядок в государственных органах. Прежде всего, вносятся изменения в положение, например, о каком-либо структурном подразделении, после чего утверждаются должностные инструкции сотрудников, и по данным должностным инструкциям на какого-либо специалиста возлагается эта работа, а затем уже руководитель данного структурного подразделения распределяет обязанности, и согласно распределению обязанностей возлагается уже на конкретного человека. В случае, если он отсутствует на работе по болезни, либо находится в очередном трудовом отпуске, его обязанности исполняет другой сотрудник. Но в то же время не воспрещается и не запрещается проводить эту работу более двум сотрудникам, если позволяет штат данного государственного органа. Я веду к чему разговор. Этот специалист, который будет заниматься правовой пропагандой, он должен иметь юридическое образование? По моему мнению, наверное, лучше, когда он будет иметь юридическое образование, потому что в ходе разъяснения законодательства, конечно же, будут возникать вопросы у учащихся, школьников, студентов и других представителей других государственных органов. И думаю, если данный человек не будет юридически подкован, он может не дать неправильное направление и дать толкование или разъяснение по законодательству неправильно.
А вот вы привели как пример, что, например, Министерство здравоохранения тоже может проводить работу по правовой пропаганде. В частности, скажем так, они самостоятельно определяют, например, аудиторию, работать им с пациентами, скажем, или работать с медицинскими работниками. Вот аудиторию кто определяет в этом случае? Вы координируете, вот с какой аудиторией им работать, или они самостоятельно определяют это? Ну, я думаю, они на своем уровне разработают свои ведомственные планы мероприятий, обсудят с руководством, согласуют с начальниками, и, может быть, затребуют предложения. И данная работа, я думаю, должна проводиться с тем контингентом, который часто встречается с органами здравоохранения. Я думаю, это прежде всего, конечно, учащиеся, школьники, студенты, другие вот государственные органы. Думаю, если, например, ученики или студенты будут знать свои права при посещении медицинских учреждений, при оформлении документов, то это не помешает, как говорится. Ну, я думаю, круг тех слушателей, которые подлежат правовому просвещению, будет определяться тем ведомством, которое курирует данную отрасль. Что касается Министерства юстиции, мы будем проводить систематические координационные встречи. На данных координационных встречах мы будем обсуждать данные проблемы, возникшие какие-то моменты по реализации это мероприятие по правовой пропаганде. Я бы сказал, что мы уже провели две встречи вот в июне прошлого года и в январе этого года. И да, это, во время встреч поднимались данные вопросы, мы отвечали на них, приходили к какому-то общему мнению. Я думаю, что в ходе такой коррекционной работы мы улучшим работу государственных органов по правовой пропаганде. И мы не только работаем, как говорится, непосредственно лицом к лицу, мы также работаем в рабочем порядке, в режиме онлайн, по электронной почте, по телефонным звонкам. Данная работа координируется. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей программе «Потенциал» участвует Асанали Фаланбек Кантурсунович. Он является главным специалистом управления правовой пропагандой и по работе с Государственным центром судебной экспертизы Центральной залогорегистрационной конторы. Мы сегодня говорим об итогах деятельности государственных органов и Министерства юстиции по реализации концепции повышения правовой культуры в 2016 году. Для того, чтобы вот та работа, которую вы запланировали, да, это благие намерения, но чтобы она не осуществлялась формально, есть ли у вас и индикаторы, которые показывают, насколько эффективно осуществляется эта работа? То есть сделали они свою работу просто ради галочки, или они действительно от души это сделали? Можно это как-то измерить у вас? Ну, я бы хотел отметить, что данным постановлением правительства также были утверждена матрица индикаторов. И согласно данной матрице индикаторов, мы на каждый год установили процентное соотношение исполнения определенных планов мероприятий. И после того, как мы проанализируем проделанную работу, мы, может быть, в какой-то степени можем какие-либо мероприятия, может быть, исключить, может быть, какие-то мероприятия включить, либо в каком-либо направлении мы можем усилить работу по инициативе Министерства юстиции, а также по предложениям и по инициативе государственных органов. А ваша работа вот по проведению правовой пропаганды, она подкреплена каким-то финансовым, скажем, вознаграждением? Ну, вы хотели сказать финансовой помощи, да? Мотивировать этих сотрудников? Ну, нет,
никакой мотивации здесь нету. Я бы сказал, что государственные служащие, я думаю, ну, конечно, это должностные оклады маленькие, но есть статус государственного служащего, есть его функциональные задачи, обязанности, и государственная служба это не является какой-либо частной организацией, либо бизнес-структурой. Я думаю, туда идут работать патриоты, которые не гонятся за большим рублем. И думаю, что осознавая важность данной работы, государственные служащие поднимут уровень работы по правовому просвещению населения. Но есть, конечно, у нас материальные стимулы. Это что касается каких-либо премий, повышения по должности, какие-то внеочередные звания, классные чины, специальные классные чины, ну, какие-либо поощрительные методы, ну, объявления благодарности, почетные грамоты, медали, ордена. Это, я думаю, какой-то моральный стимул тоже для сотрудников. А предполагается ли у вас обмен знаниями, например, у кого-то, например, скажем, коммуникационная стратегия по работе там с населением, вот именно по повышению правовой культуры, она у кого-то лучше, скажем так, а у кого-то она более слабее? У вас вот как бы есть такой вот механизм обмена опытом? Да, конечно, мы всегда на координационных встречах всегда, как говорится, сводим государственные органы, те, кто является соисполнителями по каким-либо пунктам плана мероприятий. Кроме того, мы их знакомим на координационных встречах, обмениваемся контактами, адресами электронной почты. Проводим не только координационные встречи всех государственных органов. Я бы сказал, что в данной работе вовлечены более 45 государственных органов, и мы проводим какие-либо отдельные рабочие встречи между, может быть, 3-5 государственных органов, чтобы подробно, не спеша обсудить какие-либо проблемы, может быть, оказать помощь. Я бы сказал, что активную финансовую помощь нам оказывает международная организация. Учитывая, что в государственном бюджете есть дефицит, ограниченность средств, прежде всего это Европейский Союз, ПРООН, Датский институт по правам человека, институт по освещению войны и мира в Кыргызстане, при его представительстве и другие многие международные организации. И я бы сказал, что дефицит бюджета и не позволяет нам реализовать многие мероприятия, но мы не унываем, обращаемся к международным организациям, и они с удовольствием нам помогают. И в заключение передачи, вот ваши советы. Вот прежде всего, человек, если хочет знать свои права в отношении, скажем так, как должны осуществляться какие-либо социальные услуги в отношении него, куда, например, кому в структуре государственного органа он должен обратиться в первую очередь и как получить эту консультацию? Ну, я бы хотел прежде всего сказать словами известного персонажа, известного произведение Набокова «Собачье сердце». Он говорил о том, что разруха не в клозетах, а разруха в головах. Да, многие мероприятия мы будем проводить, но если, например, человек сам, самостоятельно не будет осознавать о том, что не нужно нарушать правила дорожного движения, переходить на красный свет, уезжать на встречную полосу, входить в рукопашный бой сотрудникам патрульно-постовой службы,
щелкать семечки на тротуаре, выражаться нецензурной бранью в общественных местах, толкать, плевать в общественных местах, то мы, наверное, за 4 года, наверное, не придем ни к какому результату. И многие, прежде всего, европейские страны пришли к такому уровню правовой культуры столетиями. И я думаю, что за данные 4 года мы, конечно же, не поднимем по всей стране уровень правовой культуры, но если сами граждане не поймут о том, что мы живем в 21 веке, что мы должны быть высококультурными, у нас должно быть взаимоуважение к другим гражданам, то мы, конечно, не получим никакого результата. И я бы хотел сказать, что любой гражданин имеет право требовать какой-либо консультацию, правовую помощь в любом государственном органе. Он может территориальный, центральный орган данного государственного органа позвонить, отправить по электронной почте, в электронной приемной. Прежде всего, непосредственно обратиться, я думаю, государственный служащий, соблюдая кодексы этики, его должностные инструкции, должен оказать помощь, консультацию осуществить и дать какое-либо направление. Это его права. Уважаемые радиослушатели, я думаю, что вы воспользуетесь советом нашего гостя. Сегодня у нас в гостях программы «Потенциал» участвует Саналиев Уланбек Антурсунович. Он является главным специалистом управления правовой пропагандой и по работе с Государственным центром судебной экспертизы Центральной залоговой регистрационной конторы. Мы сегодня говорили об итогах деятельности государственных органов и Министерства юстиции по реализации концепции повышения правовой культуры в 2016 году. Если вы не знаете что-то о своих правах, вы можете обратиться и в Министерство юстиции, где вам подскажут именно, кто и как должен защищать, может предоставить такую правовую информацию, а также непосредственно в те государственные органы, которые проводят эту, как сказать, правовую пропаганду. Я надеемся, что с вашей помощью, Уланбек Антурсунович, мы будем знать, кто отвечает в данных государственных органах за правовую пропаганду и приглашать их на будущем в эфир. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Аида. Спасибо за приглашение. Всем радиослушателям желаю всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Это программа «Потенциал».